Река у подножья вулкана. Именно так называются наши фотошторы. 245-620. И действительно, Оль, даже хочется перейти на какой-то полушепот. Настолько величественно смотрится эта картина. Настолько она захватывает дух. И, кстати, я обратила внимание, что у нас здесь есть не только гора и сакра, но еще и буйство реки. Водопад играет. Вот прям даже сейчас слышно, как побурчала, забурчала, забурчала водичка. И это точно. А у вас есть дома ветка сакуры? А у вас есть дома цветущая картина, которая наполняет воздухом, свежестью ваш дом? Если нет, вот она. Это фотошторы. Полное ощущение, что это картина, но это еще и функциональные шторы, которыми вы декорируете свое окно. И эти фотошторы еще и с приятным секретом. Ведь да, они у нас состоят из двух полотен. Очень часто фотошторы предлагаются в едином полотне, а у нас, посмотрите. А у нас с вами вот такой печальный и мрачный вид за окном. У нас с вами синее небо, трескучий мороз, завывает вьюга, заснеженные деревья. И возвращаемся мы с вами домой, что с красными щеками и с красным носом. Но как легко спрятаться от этой холодной зимы. Как легко сегодня погрузиться в мечту, в Японию, в невероятно живописный интерьер. Река у подножья вулкана, фотошторы. Оль, а посмотри, мне знаешь, что нравится? Иногда фотошторы, если они немножко в сборочку, картинка теряется. А мы с тобой, смотри, даем движение, и ощущение, будто ветер колышет ветки сакуры. Точно. И побежала наша река, заурчала. А еще посмотри, насколько здесь световые решения продуманы. Кстати, при создании фотоштор здесь не только работают дизайнеры и подбирают эффектную, красивую фотографию для воссоздания. Здесь еще работают и психологи, потому что цветовые сочетания должны быть умиротворяющими. Итак, представьте, вы приходите домой после трудового дня, устали, надо отдохнуть. Для этого нужно релаксирующую картинку вашего интерьера. Вот они, нежные оттенки, голубое небо, эффектная, красивая гора, устремляющаяся вверх, причем она заснеженная, и цветение сакуры. Забирайте фотошторы, река у подножья вулкана, и наслаждайтесь, и удивляйте, кстати, своих любимых. Конечно. Придут к вам гости, зайдут в вашу гостиную, например, и поразятся небывалой красоте. Оля, ну дерзать, ловить удачу и выгодную цену нужно прямо сейчас, потому что завтра такие шторы будут стоить уже 6500, а сегодня 4999 рублей. Красота – это хорошо, стильный интерьер – это тоже всегда прекрасно, даже имитация ремонта может быть, потому что яркое окно – это яркий уже новый дизайн. Но у меня к тебе вопрос. А практично ли? Вот солнышко светит, постирали, не потеряется ли наша сакура? Нет, конечно, не потеряется, ведь это высококачественное произведение искусства, потому что это габардин. Что такое габардин? Это очень прочная ткань, причем она настолько хорошо впитывает, вбирает в себя краску, что даже после стирок остаются на месте даже все самые нежные тонкие полутона. И еще момент. Вы можете эти шторы лицезреть долгие десятилетия. Почему? Не выгорают на солнце, не выцветают, не линяют. И даже после того, как они у вас отвисят 10 лет, например, в вашей гостиной, вы их перевесите в другую комнату, можете отвезти их на дачу, и это решение на долгие годы. Вот, кстати, Юля Колосова рассказывала, у нее у подруги были фотошторы, 10 лет провисели в квартире, уже решила сменить обстановку, отвезла на дачу, и там им еще сноса нет. Посмотрите, 4999 рублей, 10 лет, 500 рублей в год нам будет стоить настолько обновленный дизайн. Но, Оля, такие шторы, это, конечно, дизайнерская работа. Это штучно, это эксклюзивно. Уже 15 пар было заказано только за время нашей презентации, поэтому остается буквально несколько комплектов, два полотна. Посмотрите, вы можете всегда расширить свое пространство при помощи таких фотошторов. Вот, кстати, расширить. У меня подруга воспользовалась идеей разграничения пространства. Вот. Однокомнатная прекрасно. Квартира и поделила зону
зону с себя с мужем и зону для детей. Итак, это действительно прекрасная возможность разграничить пространство. Вы можете повесить эти шторы и разделить комнату, либо вы можете повесить в длинном большом коридоре, разделить его, либо на даче. Это прекрасный шанс использовать их по-разному. Итак, записывайте фотошторы «Река у подножья вулкана». И эти шторы, Арина, у нас с бесплатной доставкой? Конечно, мы оплачиваем по факту получения свой заказ. И, конечно, не оплачиваем доставку, потому что оплачиваем этот заказ на телеканал «Шоп-энд-шоу». 245-620. Эти шесть цифр позволят вам изменить весь свой интерьер.